Александр сейчас только что разговаривал с Эдуардом Вартаняном, спросил у него, рассматривает ли он пресс-конференцию как площадку, которая позволяет под кожу оппоненту зайти, в голову залезть. Вот как у тебя с этим обстоят дела? Как ты, вот, может быть, надавить психологически? Ну, я думаю, что с Эдуардом это не прокатит. Это сколько у него там, 30 боев. Я думаю, он повидал все. И такие пресс-конференции тоже в его опыте есть. Я думаю, что просто хорошо провести время и больше для зрителей, наверное. С Арменом Гуляном разговаривал несколько дней назад. Я ему сказал, если Грозин победит, это будет просто вау. А что, Алекс, какое дальнейшее развитие карьеры видит Александр Грозин в случае победы Вартаняна? Это супервызовы там, всех там, медийных легковесов и полусредневесов России? У меня есть... вообще, вот я иду по своему плану. Он воплощается. Пока говорить не хочу, но как выиграю, обязательно в клетке скажу. Ну, не в клетке, после клетки уже. Но пока все идет по плану, давайте не будем этот, как сказать, сглаживать, как это. Ну, не сглазим. А в случае, опять же, победы. Опять же, мы не будем. Это можно. В случае победы можно сказать, что Александр Грозин там является топовым бойцом ИСЕЙ, который там в топ-2, топ-3 точно войдет. Да, можно сказать. Кто хочет, тот скажет. Кто не хочет, тот не скажет. Это кому как надо. Я видел интервью Асланбек Бадаев, да, говорил, что там меня все побьют, что у меня нет шансов, что в этой игре есть уровни. И если меня бы спросили, есть UFC и ICA, если бы они были бойцами, я бы сказал, что ну, UFC выиграет, и в этой игре есть уровни, как что, поэтому просто стрелки могут тоже метать, а не знаю, как-то так. Я спросил у Эдуарда Вартняна, какие слабые стороны Александра Грозина вы видите? Он сказал, это выносливость, а вот какие слабые стороны Вартняна вы видишь? Левая сторона, он же правша, значит, левая сторона слабее. А если говорить о там каких-то, там, я не знаю, борьба, например, или там на ногах он плохо работает, к примеру? Да, это не важно, просто челюсть, наверное, ее не закачаешь, печень ее не закачаешь. Вот две слабые стороны, в которые надо бить, все очень просто. А в случае, опять же... Вау. Меня сейчас в комментариях заклюют. В случае победы... Хоть один человек есть, который желает мне победы. Спасибо, брат. Мне очень приятно. Я вижу, что ты моргаешь. Спасибо тебе. В случае победы, опять же, дальнейшая карьера в нашем деле. Какие, может быть, имена? Или это переход в другую лигу для того, чтобы отстаивать честь нашего дела, как это сделал Мурат Халидов? Ну, интересно, на самом деле, да? Да? Блин, ну, дайте мне его выиграть. Это не так уж все просто. Загадывать. Да, определенно что-то найдется. Я, ну, верю, что очень много громких противостояний. И по-любому что-то придумается. А тебе комфортнее всего в каком весе драться? Так, чтобы... Вообще, я просто всю жизнь свою гонял в 66 с первого боя, представляешь? Я зарабатывал 10 тысяч рублей с 83 килограмм. Я гонял в 66. Ну, то есть у меня не было понимания... Вообще знания, я просто хотел заявить себе. Первый бой я бился в Fight Nights. Первый раз я гонял в 60. Я пришел, я думал, ну, 70 я гонял раньше там на любительские соревнования. Я говорю, я буду драться в 70. Мне говорят, ты маленький, гоняй в 66. И я что-то молодой пацан согласился. И все, гоняю всю жизнь в 66. И вот сколько я этих боев гонял. И ничего не зарабатывал. Потом такой, еще начали турниры отменяться. То есть я психанул, когда я приехал, вес сделал. И мне говорят, мой соперник его на границу не пустили. Я просто психанул. Я говорю, да ну нафиг. Мне заплатили неустойку, короче, какие-то копейки. Я говорю, да я и буду драться в 70. То есть команда мне сразу не дала. То есть, ну ты что, типа, ты маленький. Я говорю, ну, тихонечко. Но все были условия, если проиграешь, вернешься в 60. Да. В 70 я выиграл 2 пояса, но чего-то не хватало. Выиграл 2 пояса, много боев выиграл, там 6-7 боев. А потом... Просто турнир отменился, опять же, я верю в знаки. И я такой, блин, ну 77, попробую. Вышел, один нокаут. Я думаю, блин, может еще раз попробовать? Вышел, еще один нокаут. И я думаю, такие легкие деньги, блин, почему я раньше это делал? Мне все говорили, ты маленький, и это так не важно. Когда, конечно, это в жизни, может быть, он сейчас здоровее меня, там, и, ну, не он, там еще кто-то, но когда мы в бою, это не такой уж большой человек. И, во-первых, я гонял вес, я знаю, куда набить, чтобы человеку принести, да, максимальный дискомфорт. Желудок маленький.
А они начнут хавать. Но это невозможно, потому что ну, ты хочешь набрать силу, восстановиться, но точный удар, left punch, и уже совсем по-другому бой проходит. Именно этим я и беру.